Ну что, 28 октября 2020 года смотрим еще одну шниву. 119 просят 4 года. Что тут пробег-то? Пробег не нарисован, но не суть. Но это хотя бы не страшно выглядит. Лифтованная, что ли? Рыжье-то, конечно, наблюдается местами. Ручки, как всегда, ходят. Это, помнится, я на аудюху пытался такие лупить, так они все равно не особо крепки были. Я чуть... Пороги-то трубой 80 миллиметров, что ли, сделали. Старые сгнили. Что там видно про лонжероны? Да, такая труба, хрен оторвешь. Бампер с трещиной. Да. За 120 уже нормально. Нет, ё-моё. Но это хоть не так страшно выглядит. Здесь сплошная ржавчина. Ну, труба-то, конечно, серьезно выглядит. Но эту машину, похоже, даже можно на учет поставить. Тунга Нордвей 205-65 пятнашка. Здесь Тунга Нордвей 205-65 пятнашки. Труба-то вваривалась, конечно. Все серьезно. Хер сломаешь. Здесь вот на двери хорошо заехали. Ну, салон не убитый. В принципе, машина адекватная. 16 лет автомобилю. Там что-то коцнуто, но она так хотя бы не выглядит на колени поставленной. Да. Ручки ТГ, конечно. Здесь рыжье пошло. Долбанутые снизу и не раз. Амортизатор отсюда вот здесь, с левой стороны, явно мененный. Там старый стоит. Тросик, что, ручника, похоже, поменяли.
не сквозные, но ржа свое дело знает. Самое забавное, маслаешь ручкой, а вместе с металлом ходит. Ну, крыша почти нормальная. Резина везде свежая. Но эта вот машина хотя бы отвращения не вызывает. То есть для 2004 года, наверное, даже она хорошо сохранилась. Конечно, не без ржавчины. А, пробег 188, почти 200. Но это она хотя бы как-то более-менее живой выглядит. Да, пороги-то. Труба. На 80, не на 100, я думаю. Что спереди? Вроде даже вперед смотрит. У авторынка-то та вообще какая-то косая была, бедолага. Ну это Russian Автопром, что с ним сделаешь? Здесь какой-то хомут вообще использовали. Че он там держит, не знаю. Ну, в общем, дела такие. Че насчет здесь проем нормальный. Ага, вот здесь. Здесь больше 5 миллиметров. А тут она вон. Вот тут она будет хлопать об него. Здесь тоже проем черти че. То ли кувыркалась, то ли че. Этот проем ничего себе. Здесь побольше. Тут опять вон она трется об него. Этот относительно касательно. Эта дверь нормальная. А здесь крыло что-то как-то явно не заводская краска. Ну вот, такое состояние за 119, видим. Да, чем лодку тягать, еще бог его знает. Ну вот это вообще позорище, конечно. Здесь оно вот так вот. А тут за подлицу. Да. Это у нас город Киров. А хотя бы не полностью ржавая. Здесь раньше была диспетчерская автобусов. Это у нас милицейская. Там Кикиморская гора. Там рынок. Там филармония. Туда зональный. Так вот. Всем удачи, ребята. Пока.